Вот специально буду записывать этот бой, пофигу, проиграем или нет. У нас Маска решила пойти на лайн. Нет, я такое видел на полковника, по-моему, и поскакал так делал, да, стоял масочкой. Ну, уже по фану просто, потому что они играли против каких-то раков. А на таких рейдах, как лейтенант, по-моему, это попахивает чем-то унылым. Ну, посмотрим, кто ей достанется. По идее, эти товарищи тоже немножечко не подгадали с персонажами. Только меч, вот не говори, что ты пойдешь на мид тоже. Да, у меня фейка наконец-то стала 21 уровня, и я ей смог поставить книжку, мана реген побольше, ну и даже на это сапожки. Блин, меч ко мне пришел, ну вообще зашибись. Пошла в жопу. Мир ждет меня. Настигну. Фей, на битву. Давайте первую кровь сделаем. Сделаем. Отлично. Солдаты вступают в бой. Пока. Феи за мной. Слушайте, а меч зуму пошел, что ли? Это тогда хорошо. Я не боюсь. Лиса, ты знаешь, что такое дот? Или не знаешь? Фея, вперед! Магия зовет! Сейчас узнаешь, что. Бой, мои воительницы! Мир ждет меня! Настигну! Мне бы регеночку сейчас. Ой. Природа говорит со мной. Фея, при самом удобном случае сразу же начинается память. Фея, так, реген, реген, реген. Мир ждет меня. Сколько реген? 9,9. А. Хранительницы, защищайте! Со мной друзья! Так, надо ману реген. Прекрасно! Иначе будет уныло. Ну что, Маска, как тебе против Амазонки там стоится? Лучше всех, как ты писала. Природа говорит со мной! Феи спасут! Так, вот и мана реген. А, ну книжечка у меня на фиге стояла давно уже, да. Прекрасно. Фей, на битву. Пошла отсюда. Так. Ну, это не обязательно было, но все равно спасибо. Природа говорит со мной. Со мной друзья. Как-то вот странно так. То тут тикает, то не тикает. Тут, например, на этого не попало почему-то. Что-то там банку съел. Плюнь банку. Амазонка фуловая. Маска, правда, тоже фуловая. Мир ждет меня. Ой, мои воительницы. Фея вперед. Золотой маск.
Ух ты ж какая, ты посмотри на нее. Прекрасно. Лети! Хранительница, защищайте! Золотой мастер. Так, и сапожки осталось взять. Природа, чтобы уж совсем со себя хорошо чувствовать с Регеном. Фикины сапоги. Сапоги, сапожки. А Мэйдзин, что он хочет? На лесу напасть, что ли? По-моему, надо нападать на эту. На амазонку сверху. И что ты хочешь? Что ты хочешь? Лиса, алло. Алло, лиса. Интересно, я смогу хоть кого-нибудь здесь забрать? А, никого не надо забирать. Настигну! Магия зовет! Так, принц пришел маску танкать. Мир ждет меня! Блин, лесу тут забрать вообще просто кропаля. Лиса, иди сюда. Лети! Феи за мной! Лисеныш. Ау. Смотри, маска принца забрала, офигеть. Без помощи ВДВ это, конечно. Природа говорит со мной. Лиса. Баночки пока дожрешь. Жри. Природа говорит со мной. Ну и свитки дают. Смотри-ка. Ничего нет. Прекрасно. Интересно, хоть чуть-чуть я зацепил ее. А вот этого добить. И вот этого добить. Ай-яй-яй, не успею. Фея вперед! Лисеныш, ну чё ты? Хранительницы, защищайте! Мир ждет меня! Золотой мастер. Будем пушить. Я не боюсь! Мастерство боя. Магия зовет! Враг сбежал. О! У нее еще и лагает. Краска, а мы сможем с тобой амазонку забрать, а? О, нага. Вон она. Давайте, убьем ее. Феи за мной. Замедлили, заразы. Где она там? Природа, хочешь туда впрыгнуть? С ума сошел. Давай, бьем ногу. Отлично. Бьем мы этому. Отлично. Напарник. Всех убила. Череда побед. Состелила. Я щит кидал.
ВДВ, ты сам виноват. Феи, за мной! Не обнул для фейки, конечно, чудесная вещь. Маска там сражается. Прекрасно. Так. Хранительницы, защищайте. Смотри-ка, маска что творит, а? Не, вы видели? Вы видели, что маска творит? Мир ждет меня. Ну, это потому что крабы попались. Где там лиса? АФКшничает. Со мной друзья. На базу убежал. Вернулся, смотри. Феи, за мной! Метка жертвы, метка жертвы. Хранительницы, защищайте! Настигну! Хочешь еще синий? Что на меня-то сразу огритесь? Пипец. Ну что за лупари, а? Пипец какой-то. Феи спасут. Мир ждет меня. Где ты здесь, Син? Прекрасно. Бой, мои воительницы. Феи вперед. Лиса опять решила выпендриваться. Так, че себе взять-то? Не, ледяночку бы взять. Магия зовет! Побед. Опа. Настигну! Хранительницы, защищайте! Вообще, что лиса... Ждет меня. Не знаю, что он там замышляет. Природа говорит со мной. Кто? Со мной, упоротая лиса. Фей, на битву! Прекрасно. Ну кто там идет, нага что ли? Неприятности эту мы переживем. Поскольку я хиляюсь? О, 25. Ой-ой-ой, там внизу. Там внизу замес. Магия зовет. Мощь. Эй, на биту. Чао. Прекрасно. Чао, бомбины. Бой, мои воительницы! Хранительницы, защищайте! О, ледяночка, отлично. Магия зовет! Со мной друзья! Да, лиса, это самый лучший вариант. Давай-давай. Принц, принц. О, бежит, бежит, под ускором. И... толку ноль. Эй, со мной друзья. Хранительницы, защищайте. Магия зовет. Башню сломать. Бой, мои воительницы! Мастерство! Так. Череда побед!
Пошли в чужой лес, ребята, опять. Мир ждет меня. Хотите встретить Нагу? Вот она. Так, Нагу, что дальше? Нага отхватила. Все, назад, назад, назад. Краска. Ку-ку, краска. Да, пока я еще слабенько врубаю. Хранительница защищает. Да, да, уходим, уходим. А Мэйд решил подраться. Бой, мои воительницы! Сейчас я чувствую поплать. Я не боюсь. Прекрасно. Поплатимся мы за это. Эй, на битву! Амазонка сейчас сдохнет там. Не стыдно маленьких. Пока. Череда побед. Самое главное, полез на чужую землю. И что ты ко мне еще? Мастерство боя. Фея за мной. Нас, говорит, пинают, он лес чистит. Ну да. Магия зовет. Хотелось и чистил. Что в этом такого? Есть у меня такой грешок. Люблю чистить лес. Феи за мной! О, нага, 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 нага. Ама, 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 ама. Магия зовет! Встречу сейчас сам вот тут. Не, не встречу. Не встречу. Встречу. Не? А, вон на него, на него, на него. Мир ждет меня! Я не боюсь! Я не остановить! И я тут один оказался, да? А, не, не один. Бой, мои воительницы! Фея вперед! Фея за мной! Череда побед! Ну, нормально. А, там краска самой сражается. Красочка. Чё там? Меня. А ты убил ее? О, вообще красавица. Погоня, двойной удар. Хранительница, защищайте. Я не боюсь. Всем убил краску. Бедняжка. Природа говорит со мной. Фея вперед! Так, они все живы. Прекрасно. Они все живы. Победа! Даже так. Ну, собственно, маска неплохо отстояла свой лайн. Что я могу сказать? Давайте посмотрим на билд. Молодец, что могу сказать. Так, по-моему, нога не открылась, да? Вот этот нытик. Маску показал. И наконец-то я капитан.